Минувшим вечером завершился 5-й юбилейный Якутский международный кинофестиваль. Подведены итоги, названы имена победителей. Неругяна Васильева продолжит. В этом году программа фестиваля была насыщена. Показано около 60 картин из 19 стран мира. Из них приняло участие в основном конкурсе 8 картин и 9 в документальном. Уже по сложившейся традиции закрытие кинофестиваля состоялось в стенах Саха-театра. Каждое награждение сопровождалось бурными аплодисментами. В конкурсе интернет-голосования среди 5 якутских фильмов в 3 номинациях абсолютным победителем стала дебютная работа режиссеров Валентина Макарова и Ильи Портнягина «Карель. Невидимый». «Моя красота» – лучший якутский фильм. А артисты, сыгравшие главные роли, Айталина Лавырнова и Валентин Макаров, завоевали народное признание в номинациях «Лучшая женская и мужская роль». Приз зрительской симпатии – это зритель для нас самое главное. Без них не было кино. Призом имени якутского оператора Иннокентия Амосова наградили кыргызского режиссера Акжола Бекболотова. Фильм «Завещание отца». Спасибо якутскому народу за приглашение, спасибо за участие, за возможность вообще приехать и почувствовать прием, теплый прием якутского. Да? Ну а в конкурсе документального кино специальным дипломом удостоили якутскую картину «Хранители тундры» режиссера Сарданы Барабановой и Дианы Худаевой. Спасибо. В первую очередь нашим героям, которые терпели нас во время съемок, позволили сняться, то есть согласились сняться в нашем фильме. Также в конкурсе документального кино специальный приз жюри присудили Даниэлю Мейзгиш. Фильм «Гамлет и Даниэль. Театральное приключение в Шанхае» режиссера Эленор Лёр, Франция. Лучшим фильмом стала в конкурсе документального кино работа российского режиссера Надежды Захаровой «Огонь». В основном конкурсе номинация «Лучшая работа режиссера» досталась Аманде Кёрнер за фильм «Саамская кровь». Производство Дания, Швеция и Норвегия. А специальный приз жюри присвоили режиссеру картины «Аритмия» Борису Хлебникову «Россия, Германия». Актеры, сыгравшего главную роль в ленте известного корейского режиссера Ким Ки-дука «Сеть», наградили дипломом за лучшую актерскую работу. Лучшим фильмом основного конкурса стала якутская картина «Костер на ветру» режиссера Дмитрия Давыдова. Мне всегда интересно ходить на показы и просто смотреть, как мой фильм смотрят зрители, потому что реакция везде разная. В показе нашего фильма было много людей, было много мнений, то есть было много отзывов. И вот за это спасибо зрителям.